Тотальный диктант стартовал 13 апреля в 14:00. Эта акция за 16 лет проведения вышла далеко за рамки страны. Диктант пишут во многих странах. В 2019-м площадкой для проведения стали 300 городов мира. Акция направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Второй год подряд «Тотальный диктант» пишут в Коряжме. Красная строка. Откуда пришел старец? Проверить свои силы в русском языке решили больше 50 горожан. Автором «Тотального диктанта» стал писатель Павел Басинский. Как отметили организаторы, текст под названием «Ловец душ» был легче для восприятия, нежели прошлогодний, но сложности вызывали многочисленные знаки препинания. Именно в них больше всего ошибок. В этом году текст написали намного лучше. У нас даже есть первые отличные работы, но они будут проверяться на официальном сайте «Тотального диктанта». Самому младшему участнику акции в Коряжме 13 лет, самому старшему – 78. Для написания диктанта нет возрастных рамок. Главное – желание грамотно написать текст. Работы коряжемцев проверяли опытные филологи, учителя русского языка и литературы городских школ. Участвуют активно. Людям нравится, люди приходят второй год, уже проводится диктант, люди приходят даже семьями. Награждение лучших участников акции «Тотальный диктант 2019» пройдет 18 апреля в Молодежно-культурном центре «Родина». Сразу после мероприятия в 18 часов, а также 19 апреля в 20 часов для всех желающих пройдет так называемый «разбор полетов». Коряжемцы узнают, где они допустили ошибки при написании текста.